Всем привет, против нас серб. Конь f3. И он... входит. Я уже думал, что-то завис. Славянская защита. Сейчас он g4, да? Чебаненко. Опять. Не хочу. Ладно. Не самое сильное, однозначно, взятие. Ну да ладно. На классе перекатаем его. Может быть. А3. Профилактика. B5. Слон... Ой. Стоп. B4, если пойти. Нет, а чё B4? Сюда. Так. Ладью на линию С. Согласен отскочить конем. Вот конь бьет B5, а Б. Слон бьет B5. Там, по-моему, что-то хорошее должно быть у нас, да? Слон-то не возвращается в защиту. Мы сейчас ведь навалимся на конец F6. Мы на него навалимся. Там еще ферзь А4 добавим, если он ферзем защитит на D7. Этот момент он пропустил. Другое дело, если он бьет на F3, надо будет бить GF. Пошло нам пригодиться тут. И вот он задумался. Надолго причем. Так, забрал. Конь висит у него. О чем я и говорю. Стоп. А, ну да, надо взять так. Конь висит. И добавили ферзя на А4. А, вот оно чё. Вот оно чё. Стоп, этого ресурса я не видел. Ладно, такой ход. Кстати, эту идею что-то я не видел. Тогда, может, не все так хорошо у нас. Ладно, король Е2. Хочу сдвоиться по линии С. Так. Ладью на С веду. На С1 вторую. И попробую все-таки отъесть этого коня его. Не знаю, если... Ну, компенсация тут хорошая, другое дело. Если коня отъем, то абсолютно выиграно будет. Этот конь никак в защиту не успевает. А, конь G8. У него ход есть. Конь G8, конь E7. Вот оно. За него. Он не видит. Конь G8 было. Стоп. Шах не очень приятный. Какая же ничья, ты чё? Я не могу загораживаться, у меня ладья, да, там висит. Ладно, ушел так. Ничья, нифига себе. Король d1, чтобы еще поддерживать ладью c2. Теперь там спасибо. Так, укрепляем слона b4. Стоп, такого хода нет. Ферзь b1 шах будет, да?
Значит, надо что-то другое делать. Отошел так. Подкатил ладью. Так, как бы нам... На ладью напал. Да уйди со своей ничьей. А ладью забрать. Угу. Я ничего такого не вижу за него. Солнце 7. На размен. Какие-то странные. Просто так ходят. Нет бы сдаться. Нет бы сдаться. Погнал ферзя. Погнал дальше. Всем пока.